Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, мы продолжим играть в State of Decay Lifeline. И как вы помните, у нас было задание надрать жиртресу задницу, а вот и жиртрес, я вижу его, вон он. Так, ну что, давайте попробуем его зачпокать. Иди отсюда нахрен, еще эти мелочь всякая будет нам здесь мешаться. Ну ладно, сейчас попробуем его. Я вообще планировал его с помощью автомобиля запердолить, но, видимо, как-то придется альтернативным способом. Давайте попробуем в голову его. Толстый, 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 ты куда? Не-не-не, отстань от него, отстань. Готово. Короче, всем миром справились. Так, жиртреса мы уничтожили. Есть. Короче, теперь нам нужно вернуться к нашей машине. Я только не помню, где она. Друзья, я не помню, куда надо, что машину делать. Вот вы помните? Вот я нет. Где-то здесь. Давайте ее попробуем найти. Автомобиль перемещен, но это не то. Группа «Веселая поездка». Блин. Где же? Вот мы вроде здесь. Вот этот американский автомобиль. А, вон он. Все, вижу его. Давайте туда сейчас заедем. Вот наш грузовичок с нашим грузом. Если вы помните, мы его в прошлый раз загрузили и поехали на другой машине. На тот случай, если придется машиной таранить жиртреса. Что я считаю самым эффективным способом уничтожения. Так, нам надо вернуться на базу. Идите отсюда нахрен. Давайте-ка будем возвращаться. Заданий у нас вроде как пока никакого нету. Отстаньте от нашего пацана. Все, короче, беги, чел. Так, куда нам? Куда? Нету заданий никаких? Нет, заданий больше никаких нету. Вот кроме того одного задания, которое дает этот вот новый бородатый мэн, которого имени я все время забываю, но неважно. Давайте вот сюда маркер поставим. Охота на гнилика. А, это, по-моему, его в голову надо убивать. Блин, это будет проблематично, но мы попробуем. Ладно, давайте-ка попробуем вернуться. Тихо, дружочек. Тихо. Да ядрить-ка вы, Нейра. Во, все, поехали. Так, снежный человек вызывает командира. Ты идешь или мне придется выполнять это задание самому? Ну, конечно, давай постоим, в носу поковыряемся. Так, давайте-ка вот сюда вот. Тихо, кыш. Знаете, не люблю я, когда по моей машине кто-нибудь ползает. Потому что, когда здесь стоят мины, они могут сработать на этих козлах. И машина может взорваться. А там у нас груз ценный. А нам его нужно довезти. А рисковать грузом я не хочу. Может быть, он не взорвется. Но зачем рисковать-то? Давайте паркуемся. Ну вот, отлично. И давайте пообщаемся с этим бородатым товарищем. Только вначале, наверное, нам нужно кое-что скинуть с багажника. Сейчас посмотрим. Ну чё, чел? Пошли, пошли. Готов отжигать? Так. Давайте-ка мы скинем все, что у нас тут лишнее есть. Всякая фигня. Так, ну короче, мы уже убили кучу зомби, такую кучу, что ее век не разгрести. Не все так просто. Трупы должны иметь товарный вид. Поэтому надо будет убить тварь так, чтобы она была мертва. Но сердце еще гнало кровь по жилам. Нам надо найти гнилика. Мне нужно, чтобы ты его подстрелить. Надо метить прям в голову. Сможешь? Если бы не мог, меня бы здесь не было.
Ну, давайте попробуем. Что-то я сомневаюсь, что с первого раза у нас удастся, потому что гнеликов я обычно в пузо убиваю. В голову как-то это не очень гуманно. Ладно, давайте поехали отсюда. Время у нас есть еще. Первая стадия, плюс наши пацаны и девчонки оттягивают момент вторжения зомбаков на нашу базу, как могут. И это очень хорошо. Так, ну что, давайте двигаться. Ой-ой-ой, чуть не сломался. Давайте двигаться и попробуем найти этого гребаного зомбачелу. Гниличелу. Давайте делайте ставки, с какого раза я смогу замочить его. Интересно, угадаете или нет? Скажу сразу, что мне будет это очень тяжело. Так, слушайте, где-то здесь нам предлагают его найти. Но я его не вижу. Давайте вниз поедем. Вот здесь теперь. О, вот он. Отлично. Так, ну что, давайте попробуем. Ну да, берете и стреляете в голову. Что тут сложного, тупицы? Идем искать следующую жертву. Так, короче, друзья, с первого раза не получилось. Давай, кончай его и поехали. Ты чё? Ожил-то? Это какой-то другой респанулся, видимо. Давай. Чпоньк. Готово. Знаете, сели в внедорожник. Стой, 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 стой! Так, с этим надо кончать. Иди сюда. Отлично. Самоубился. Класс. Что может быть лучше, когда зомбаки самоубиваются? Да ничего. Когда они регулярно самоубиваются только. Так, давайте-ка туда поедем. О, мой приятель. Так, здесь у нас гнездо. И вот еще один. Так, ну и нам нужно эту вонючку найти. Гниляка. Где же он? Здесь нету. Самое сложное это найти. Слушай, чел, а ты нам что, помогать ты не будешь? Так и будешь стоять? Ни хрена себе взяли в команду нахлебника. Так, ну ладно, это скопление мы очистили. Давайте искать дальше. Не дал перезарядиться мне. Так, вторая стадия. Нам нужно пошевеливаться. Ничего хорошего в этом нет. Ну, где ты? Нету. Плохо, что нету. Здесь какое-нибудь оружие, наверное. Потому что такой чехол для оружия, в котором оружие перевозят. Вообще, здесь костер чей-то горит. Кто-то типа здесь на ночь оставался, что ли? Ого, хороший склад. Я бы не рискнул здесь за ящиком прятаться от зомбаков. Как-то, не знаю, мне кажется, надежнее в доме в каком-то замуроваться. Текс. Тут у нас какая-то фура. О, смотрите-ка. Че это? Трупики, трупики. Ты изматываешь себя? Трейлер для перевозки беспилотников. Ну-ка, давайте-ка его прихватизируем. Обосновать форт. Пост. Отлично. Здесь есть, кстати, тачка, как вы видите. Можно в нее забраться и поехать куда-нибудь. Только выехать будет тяжеловато, но мы выйдем. Мы не гордые. Давай. Давай, сюда, 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 сюда. Есть. Такс. Ну что, наверное, нам сюда надо заехать и поискать его здесь где-нибудь. Хорошо, что светло. Это уже плюс. Плохо, что здесь зомбачелы. Это минус. Так,
Главное его не раздавить и попасть в голову и найти гниляка. Вон он. Так, ну тихо. Давай, давай. Да что ж такое-то? Когда я прошу стрелять в голову, значит, что я имею в виду? Пошли искать еще одну жертву. Блин, уже второй раз минус. Ладно, давайте третьего найдем. Где еще? Здесь вот. Давайте искать. Здесь вроде никого нет. И здесь нет никого. Так, ну что, у нас накопилась усталость, надо бы неплохо поменять. И, друзья, уже третья стадия. Нам надо как-то оперативнее решать этот вопрос. Здесь одни трупаки лежат. Никого нету и ничего нету. Друзья, надо что-то делать. Все чисто. Где же этот грёбаный вонючка? Давайте сели, поехали. Поедем в другое место куда-нибудь, вот сюда, к грузовику. Попробуем здесь найти. Ну-ка, давайте-ка вылезли. Где ты, гад? Вылезай. Естественный отбор. Убили парочку зомби. Может быть, в грузовик надо залезть? Я не знаю. Где-то же он должен же быть. Вон он. Так, ну что, давайте попробуем. Ну, наконец-то, слава богу. Отлично, это сойдет. Этому больше не понадобится. Что там у тебя? Поглядите на нее. Ну разве не милашка? Я взял образец внутренностей, но этого было не просто сделать, не проткнув его, как воздушный шарик. Уходим. Пусть этим занимается кто-то другой. Так, ну что, нам надо возвращаться назад. Давайте этих ребят отстрелим. Так, и что этот образец поможет нам? Мы узнаем, что у этих тварей внутри. Это же уже не просто гниющий кусок мяса. Насколько я помню, в прошлый раз после вскрытия трупа все остались живы. Странное дело. За день тело гниляка превратилось из живой плоти снежный человек. Что-то вирус? Это не вирус? Никто не знает, что это, но это точно не вирус. Все бы давно об этом знали. Это что-то другое, пострашнее вируса. Так, ну все, давайте возвращаться. И это задание мы с вами сделали, и сейчас будет бойня на базе. Я надеюсь, снежный человек нам поможет. Мы будем помогать ему, а он будет помогать нам, взаимно выгодно. Так, ну что, давайте-ка сюда. И вот сюда. Упс, пролетели. Да, сюда вниз опускаемся. Так, тут уже зомбачелы ползают. Кыш-кыш-кыш. Фу-фу-фу. Есть. Вылезли. Давайте. На базу. Все, окей. О, уже первая волна пошла. Блин, короче, нужны патроны. Черт, ладно, давай, быстрее. Давай. Давай, забирайся на крышу туда. Уже дохнут зомбачки. Без нас. Ну давай, дохни. Так, не там далеко.
Здесь тоже, наверное, далеко. Здесь никого нет. Вот ползут сволочи. И бегут, и ползут. Да сдохни ты уже наконец. Так, заходит с востока. Вот они идут. Давайте, 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 ребятки. Там у кого-то был пулемет. Чего вы без пулемета-то? Достаньте пулемет уже, наконец. На вышку встаньте. Жалко, расставлять здесь бойцов нельзя. Эх, не хватает мне. Вторая волна. Вторая всегда сложнее. Вот тут военные пошли. Вот это хуже. Этих я ничего с ними не могу сделать. От них пули просто отскакивают. Вот по этим можно пострелять. Да что ж такое-то? Так, этот готов? Да блин, сдохни, падла. О, наконец-то. Так, что-то там, по-моему, происходит. Так, давайте-ка этих кокнем. Ну, давайте, сдохните. Ух ты, ёпарные кексы. На, перезаряжайся скорей. Есть, прям застыл в той позе. Так, что тут у нас? Да, блин, пока убьешь их, офигеешь. Кто еще? Так, наше ружье приходит в негодность. Ух ты, вот эта толпа. Давайте-ка залезем наверх. Вот о стены идет. Жердяще. Ни хрена, он с одного удара открыл дверь. Черт, он заклинил оружие. Отстань от него, отстань. Черт. Этот чел чуть не сдох. Вот это была жесть. Я, честно говоря, думал, что он его порвет. Надо закрыть ворота. Так, идите нахрен отсюда. Давайте-ка закрываем. Иди нахрен. Все. Фух. В этот раз было посложнее, чем в прошлые разы. Я так чувствую, что дальше будет еще хуже. Вот он, наш спасительный вертолет. Есть. Так, ну что, отправили мы. Так, это черный Роджер. Птичка улетела. Мэдисон Грант на борту. Понял тебя, черный Роджер. Мы обустроили для нее рабочее место, собрали все оборудование. Будем надеяться, что она готова. Конец связи. Мэдисон Грант безопасности. Будем надеяться, что она действительно ученый. Давайте заряжаем все, что можно зарядить. Так, вот это выберем. Быстренько почитаем, что у нас здесь есть. Интересненького не очень. Так, снежный человек, сейчас будем отрабатывать навыки ближнего боя. Прихвати с собой острый клинок, чтобы я больше не видел всякой хрени, типа клюшек для гольфа. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. И будем двигаться дальше. Есть.
Задолбался я что-то уже все это снимать. Сколько там можно-то? Есть еще что-то? О, туалет надо почистить. Отлично. О, еще осталось. Да что ж такое-то? Есть. Все. Можно улучшить. О, специализацию выберем. Давайте, ну, на оружие какое-нибудь. Супер. Оружие надо поменять. Оно непригодно. Желтенький, когда загорается, это значит, ему кранты, но его еще можно починить. Давайте вот это, что ли, выберем. Или вот это. Можно вот это выбрать. Давайте вот это выберем. Лишние патроны выкинем. Есть. Так, с аспирином. Аспирин тоже выкинем и выберем вот эти штуки. Все, надо менять себя, потому что мы уже устали. Надо найти кого-нибудь себе на замену. Кто это может быть? Здесь никого нет. Так, давайте-ка мы на поиск людей поменяем. Отлично. Так, здесь бойцы у нас, но здесь, наверное, не откажутся. Иди за мной, прикрывай. А, нет, просто поменялись. Ага. Здесь у нас есть все, что нужно. Этот нет, не хочет. Нам нужно вооружиться и найти прикрытие. Давай, пошли со мной. Отлично. Так, сейчас мы выкинем все лишнее. Гранаты нам пока не нужны. И еще мы с вами возьмем лечилочки. Какие-нибудь. Ну, вот эти, например. Все отлично. Так. Давайте какие-нибудь патрончики выберем, потому что патрончиков вечно будет не хватать, если мы их не будем делать. И, ну, в общем-то, все, все мы здесь сделали. А, нет, вот здесь еще нужно перезарядить. И здесь тоже. Чтобы в следующий раз нам все получалось просто. Давайте попробуем взять вот эту тогда, наверное, миссию. Да-да, я готов, пошли. Так, сейчас будем отрабатывать навыки ближнего боя, прихватить с собой острый клинок, чтобы я больше клюшек не видел всяких. Мы ищем парня с длинными руками и ногами без глаз и со странным цветом кожи, называем их свирепыми. Какая разница, я не хочу, чтобы ты забил его до смерти или размажил ему бошку. Рубить головы надо ювелирно, они мне нужны целыми. Видишь, у этой твари нет глаз, но она чует нас. Наши умники хотят знать, как им это удается. Ну что, понеслась. Придется найти где-то эту гадину. Тоже я его не очень люблю, но это, конечно, не так страшно, как толстожопый, но все-таки это уже неприятно. Ну давай, иди сюда. Слышь, толстый, а что ж такое-то? Да сдохни уже. Какой упрямый. Вот тебе. Ты думал, ты и нас обдуришь? Нет, мы тебя обдурим. И даже не мечтай. Так, ну здесь мы движемся прямо. Угу. Аккуратненько здесь переедем. Давай. Оп. Ага, хрен тебе. Вот так вот. Я надеюсь, в тоннеле никакие лезть не потребуется нам. Просто где-нибудь его зачпокаем спокойненько и все. Вот уже я смотрю поворот, наверное. Видимо, сюда. Давайте-ка свернем. Угу. И в каком-то из этих ангаров должны
Ну его зачпокать. Давайте позовем его. Не, нету никого. Туалет почищен. Знать бы тебе, что там мы нашли, короче. Thanks. Вот он, вот он, вот он. Ну что, давайте. Надо его рубить. Есть. Отлично, это сойдет. Забираем образцы и уходим. Конечно, я не против. Как ты думаешь, это даст ключ к созданию тайного оружия, который поможет убить всех зомби и вернуть нашу жизнь в нормальное русло? Что, поверил? Думал, будет сказка со счастливым концом, как в голливудских фильмах? Плохие парни из базы хотят знать, почему здесь только свирепых. Если бы мутация носила изолированный характер, то тут бы не было столько свирепых. Они же прут и прут. Они как будто действуют по какому-то алгоритму. Полузакрытые глаза, вытянутые руки, жажда человеческой плоти делают одно и то же снова и снова. Ну и кто мог придумать такое? Если бы я знал, может, люди так сильно меняются после смерти? Это не моя специализация, я просто охочусь на этих тварей. Так, да, давайте отвезем его. И придумаем, чем мы будем заниматься дальше. Может быть, он нам какое-нибудь задание даст, может быть, еще кто-нибудь подкинет что-нибудь. Давайте-ка паркуемся. Кажется, мы пришли. Хорошо. Это все, что нам нужно. Так, ну и нам его нужно выкинуть сюда. Так, Черный Роджер, мы получили еще одно послание от Клео. Оно не похоже на предыдущее. Это Клео. Заказ получен. Аполло Ангела 4010 Майков. 1-1 Лима Ноябрь 99 Индия 6-1 Оскар Гудок. Конца сообщения. Сообщение повторяется каждые 5 минут, и если мы правильно определили координаты, ждите гостей. Держитесь подальше от зоны доставки. Будем ждать вас. Держать вас в курсе. Так, ну и где? Если это как-то связано с эпидемией, там должны быть ранние образцы этой заразы. Лаборатория судмедэкспертов забаррикадирована, так что там, скорее всего, могут быть люди. Если Холл жив, забери его оттуда. Если он мертв, собери все, что может найти, и отправь это нам. Вас понял, выполняю, сэр. Что, друзья, у нас случилось? Расскажите нам, что случилось. Эй, привет. Я не знаю, что сказать. Я в здании, думаю, они в курсе, что я здесь. Давайте-ка вот этого спасем. Я слышу, как они скребут дверь. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Так, ну давайте спасем вначале Тимати вот этого. Благо, здесь недалеко. Я видел, троих парней покусали зомби. Все они остались живы. Но не от укусов, это точно. Да, что если зараза попадет в рану? Если не принять антибиотики, можно потерять конечность. Так почему доктор пристрелил себя? Если этот врач так хорошо разбирается в зомби, почему он убил себя из-за какого-то ужастика? Кто-то знает почему-то? Нас должно волновать бредни этого трупа. Военный? Не могу поверить. Я думал, что выжил только я. Доктор Холл, вообще-то у нас к вам дело. Это как-то связано с теми трупами, которые привезли на прошлой неделе? Я был прав, не так ли? У всех у них была одна и та же странная патология. У тебя остались образцы? Они были где-то тут, где-то здесь. Простите, тут такой бардак, сейчас поищу. Мои записи были на компьютере, но электричество пропало. Так что теперь все они в моей голове. Ну тогда ты нам понадобишься живым, да?
Так, это все. Остальное либо пропало, либо у доктора Горна. Доктор Горн мертв. Значит, пропало. Черт, ну конечно, сейчас положено найти живых. Да отвиньте от нас. Короче, надо возвращаться. Все, брысь. Сядь уже в машину. Есть. Все, все сдохли, короче. И мы едем на базу. Похоже, все, кто привезли на той неделе, нет никакой инфекции. Мы ошиблись, это что-то другое. Ты что, не звонил в центр? Люди умирали не от болезни. Несчастные случаи, убийства, сердечные приступы. Вот основные причины. Я не хотел подумать шум из-за нескольких непонятных трупов. Это ваша база? Это наш штаб. Мы называем его Черный Роджер. Эти твари, как пираты, все время хотят нас взять на абордаж. Так, ну что, спасли мы того чувака. Давайте дальше будем работать. Так, кто-то у нас еще был. Какие-то люди. А, вот беженец. Доверие. Не знаю, есть смысл туда ехать. Может, там только что были. Не знаю, не знаю. Ну давайте попробуем еще раз съездить. Ездим туда-сюда, и все без толку. Мне кажется, без толку сейчас мы туда приедем. Хотя, кто знает, может быть, и кого-нибудь подцепим. Так, ну это где-то здесь. Похоже, здесь. Так, шкафчик есть, а где люди? Люди, люди, люди. Людей нет. Ну, я сказал, что мы без толку сюда приехали. Значит, надо искать другие варианты. Давай, запрыгивай. Так, зомби. А, вот человек, смотрите-ка. Наверное, нам сюда. Давайте-ка поехали. Не дрейф, я тебя вытащу. Все, давайте поехали. Подкрепления нет. А где-то здесь. Наверное, надо сворачивать. Не люблю этот супермаркет ненавистный. А вон там драка идет. Опять мы вернулись к своему грузовику. Давайте мочить. Здесь, судя по всему, оружейный магазин. Давайте валите всех нахрен. Ну, пошли с нами. Вы пришли. Я просто, о боже, спасибо. Сейчас отвезем тебя в безопасное место. Так, ну что, ну, здесь если оружейный магазин, то вполне может быть, что есть что-нибудь интересненькое, друзья. Сейчас попробуем поискать с вами. Отлично. Боеприпасы, оружие. Давайте загрузим наш грузовик. Жалко, что мы не можем сразу два везти. Так, у нас тут еще гранаты. Это интересно. Еще один. Так. И тут еще что-то есть. Ну-ка, давайте посмотрим. О, вот это набор.
Короче, придется... Я даже не знаю. Несколько ходок делать. Так, дайте пройти. Пройти, дайте. Дайте пройти. Дайте пройти. Что же вы такие упрямые-то, а? Дайте мне пройти. Тетки. Чего мне по вам стрелять? О, во, наконец, раздвинулись. Давайте выкинем. Что сюда еще можно выкинуть? Там что-нибудь сейчас соберем полезное. Берем это, не знаю, что, вот это возьмем. Это все оставим. Все не унесешь все равно. Хотел мачете взять вместе своего меча, но решил, что не стоит. Все, давайте сваливать, наверное, отсюда. Все равно сюда уже ничего не положишь. Давайте возвращаться на базу. Прыгнули, поехали. Не все так просто, как хотелось бы. Вот теперь сваливаем. Ну, спокойненько теперь можно доехать. О, отлично, сдох. Почти доехали, еще чуть-чуть осталось. Нормальный, хороший улов такой взяли. Ребята, нафиг вы нам не нужны здесь. Давайте-ка забираемся на базу. Паркуемся. И выбираемся. Скинем все лишнее. Располагайся, мы будем присматривать за тобой. Так, у нас там что-то в кузове еще осталось. Давайте вынем. О, все выгрузили. Идем выкинем. Давай, 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 давай. Класс. Так, ну что, чем бы нам еще позаниматься? Давайте скинем патрончиков или оружие для патронов. Здесь у нас все заряжено. Ну, почитаем, что здесь у нас есть. Почищен туалет. Ну, всякую фигню. Ставьте на паузу, кому интересно, и читайте. Так, ну и какой-нибудь, наверное, патрончики сделаем. Давайте 7,62. Так, посмотрим, что здесь еще можно сделать. Давайте помочь им зомбаков чуть-чуть. Доступных действий нет. О, можно попробовать отремонтировать машину. Давайте попробуем, что ли. Так, разведка доложила, что прибыла... Так, командир отряда, нам не удалось засечь, откуда сбросили груз. Я хочу знать, что это за грузы. Они сбрасывают наш квадрат. Идите, проверьте. Конец связи. Еще один сигнал от Клео. Ну-ка, давайте-ка глянем. Ага, в том же месте.
Ну, я не знаю. И одному из наших нужна помощь. Выследить Жиртреса. Кому будем помогать? Хрен его знает. Наверное, вначале нужно за Клео съездить, а потом Жиртресом помочь. Да, давайте так и сделаем. Тем более, что за Клео здесь где-то недалеко. Где-то здесь. О, черт. Полицейский участок. Охренеть. Еще и вонючка. Блин, они нас отравили, надо выбираться из машины. Да, это будет тяжелая миссия, но ничего, попробуем. Да идите нахрен, чего вы мне все за шею-то кусаете? Давайте посмотрим, что у нас там. Уже проветрилось? Спустимся туда поближе. Давайте посмотрим. Блин, толпа идет. Придется мочить. Давай, давай, давай быстрей. Есть. Давайте грузимся. Так, жратва, жратва. Давайте жратву. Черт, там этот козлина прыгающий. Давайте, наверное, валить. Не будем судьбу испытывать. Да, вон он. Иди нахрен отсюда, бегающий, как кабанейра. Готов. Так, можно за лекарством еще сбегать. Да, отстаньте от нас. Давайте-ка лекарство заберем. Отлично. Одно используем. Все, сваливаем. Класс. Все, надо валить. Валим, 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 валим. Так, 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 так. Ага, вот там вот у нас нужно мочить Жиртреса. Ну, поехали, замочим. Что делать-то? Созданы боеприпасы. Надеюсь, нам быстренько его удастся завалить. Хотя, кто знает, по-всякому может пойти. И трупы тоже могут быть. О, вот он. Слушайте, нам же его еще искать надо, да? Ну, вот здесь вот один есть. Сейчас посмотрим. Вначале нам нужно найти того, кому нужна помощь. Где-то он здесь. Угу. Ну, давайте позовем его с собой.
Давай, за дело. Давай, давай, движемся, движемся. Сейчас закончим с жиртресом, мы будем заканчивать с этой серией. Так, видимо, в том ангаре он сидит. Вон рычит, я слышу. Вот он. Ну давайте попробуем его расстрелять. Ах ты гад. Давайте, ребята, навались, навались. О, все просто. Есть. Все, друзья, на этом заканчиваем. Продолжим в следующий раз. Приходите еще, будет много-много всего интересного. Всем пока-пока.